игра Open Table Tennis. Вот, когда мы зашли, мы выбираем язык русский. Дальше. В какой руке будете держать ракетку? Нажимаем в правой, кому удобно, в левой. Так, дальше. Да, выбираем от всех. Принять. Разместим себя в центре игровой области. Нажимаем на вот, вот эту вот букву Б. Размещаем. Ведем джойстик к полу. Б нужно зажать. Все. Дальше пол настроен. Нажимаем принять. Дальше. Нужно будет зажать эту кнопку, которая сейчас горит зеленым, и бросить мяч в три стакана. Опа. Все. Все. Да. Нажать кнопку меню. Это вот эта вот кнопка, видите, которая сейчас горит зеленой. И чтобы закрыть, еще раз ее нажать. Нажимаем любитель. Дальше. Нажимаем постоянно окей, пока не выйдем в это меню. Пока не выйдем в это меню. Да. Дальше нажимаем. Дальше можно вот в колокольчике ждать. А, нет, не в колокольчике. А в звоночки ждать, пока вас кто-то пригласит побазлиться. Или же нажимаем в лобби. Вот здесь вот у вас будет так вот. Вот тут вот нарисовано лобби. Нажимаем на лобби. Дальше. Ищем тут друга. Его ник. По стрелочкам. Тут по стрелочкам будет все написано. Точнее, по стрелочкам нажимаем, если вы хотите, вверх или вниз. А вот здесь вот их никнеймы. Свой никнейм можно посмотреть вот здесь вот. Окулус и вот эти вот цифры. У нас сейчас такой никнейм. Все. С этой игрой, я думаю, все будет понятно. Всем пока.